Шалом, дорогие братья и сестры! Сегодня мы празднуем второй день праздника Хануки. Зажигаем вторую свечу. Зажигаем шамаш. Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, даровавший нам жизнь, доведший нас до этого часа, даровавший нам этот праздник, Хануку, праздник света и свет Мессии Иешуа. Хочу поздравить вас с этим праздником света, победы света над тьмой. И Иешуа является нашим истинным светом. Я вам желаю всегда быть победителями в нем, всегда побеждать тьму в своей жизни и вокруг вас, всегда быть светом этому миру, как сказал Иисус в своем слове, что мы свет миру. Я вам желаю всегда быть светом миру, и чтобы тьма всегда убегала от вас, и чтобы Божья рука всегда пребывала на вас.